questa era una. Расскажите, пожалуйста, в какое время произошел обстрел? В 11 часов вечера, 30 минут. Мы были в погребе, регулярно наведывались, канонада была. И я вылез в погреба, как раз это перестало, тишина была. Когда сосед говорит, горишь. Видимо, оно уже минут 5-10 горело, пока я. Потому что, говорят, не сильно был взрыв. Какая-то это мина, как она называется, шум, фугас. Дает, нет, не фугас, фугас раньше был, месяц и 6 назад, много осколков было. А это сильно мало осколков, видно, пристрелочная мина была. Она дает много дыма, но ориентировку дает. И она зажгла тут все. Вот навесы были под машинами. Зажгла эти навесы. И это были там складированные окна. И огонь распространился по всему двору, по сараям, по гаражу. И быстро перекинулся на хату. Буквально в течение полчаса уже и хата горела. И хотя пожарную уже ждали, но пожарные спасли только от соседей, потому что и соседи молились. Вот. Так, разрушенный дом, гараж. Да. Сколько машин? 7 легковых машин и трактор, грузовик. Вот. И генератор бензиновый, хороший новый был. А что тут вообще находилось? Тут находилось, значит, я как любитель, автолюбитель. Я годами куплял недорогие машины и ими занимался не спеша ремонтом, никому ничего не продавал. Для меня надо было это, такое было хобби, так сказать. Ремонт, обслуживание машин, консервация. Ну и трактор нужен был вот огород пахать вместо культиватора. Грузовичок тут по месту что-нибудь подвезти. Короче, не мог налюбоваться на своей машине, но умно было построено, чтобы близко к соседям не было. Поэтому это победа. Это поселок Лазовское, улица Ушакова, 55. Минувшей ночью около 11 часов вечера украинский снаряд прямым попаданием разрушил дом мирного жителя. К сожалению, не только дом пострадал во время обстрела, также поврежден был гараж хозяйственной постройки. Фактически все машины в автопарке были уничтожены. По словам местного жителя, это абсолютно мирный поселок, здесь не располагаются никакие военные объекты, здесь нет военных вооруженных сил армии Донецкой Народной Республики. Вот такое перемирие продолжается. Катерина Катина, Ньюсфронт. Вообще редкость субстиклорос.